Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Нейзи, и по вашим просьбам я продолжаю играть в эту игру. Так вот, мы остановились на том, что тут спит какой-то дяденька. Так, о-о-о-о-о-о-о-о. Что это за убийца фотографии у нас? Тут можно фотографировать. Так, в дневничке Бульбаса он уже записался, так как он... этот... доносчик. А, понятно, он не записал ничего, дебильный-то, а? Берем камеру, зумируем... фоткаем. Давайте с красивого ракурса так. Вот с такого. Ладно, вот так давайте. Все, фоточка сделана. Отлично, потрясида. Мыльно так все. Все, хорошо. Пошли. Дальше, собственно, что у нас тут есть? Да, бери. Так вот, камеру тоже убери из рук. Собственно, весь бар в нашем распоряжении. Пей не хочу. Ой, блин. Допизделся. Суки. Свет выключили. In the Dark из рекомендую. Так, нам рекомендуют. Так, бля, я сам знаю, что у меня рекомендовано. Типа, фонарик надо использовать. Так, ну-ка пошли, включим сейчас мой свет. Не видит. Я вижу все. А он что, куриная слепота, что ли? И хрен с тобой, собственно. Что-то не работает. Пошли. Ой, блядь! Собаки. Я думал, они меня скушают вместо этих помоев. Я-то думал, куда вкуснее. Хотя, раз они убежали, то, видимо... Бля, я настолько уебищный, что даже свет меня убегает. Так, ладно. Ну, чё, не стар... А, у меня ничего нету, точно. Я же свою машину скинул. Вот дебильный-то, а? Ладно, давайте. А, сволочь. Так, мне надо что-то тут найти, я так думаю. И поэтому надо сейчас обследовать бар и... ну, магазин, вернее, и посмотреть что-то... Оу! Понятно. Надо обследовать магазин и посмотреть, что тут вообще есть такое. Закрой, блядь, дверь. Тепло не трать. Чуваки, я, короче, дернул лестницу, просто Е нажал, и она сама вот туда переместилась. Так, First Aid Kit я взял. О, можно музыку послушать? Смотрите, какой вертак. Я думаю, он стоит где-то 50 тысяч сейчас рублей. Мои дорогие. Так вот. Сейчас мы полезем куда-то. Что это? Ага, вино. Какого года хоть? Так, все, слезай, давай, пошли. Нету времени у нас лазить. Так, я думаю, надо вот посмотреть на наличие ключей вот здесь, вот здесь. О, изолента никогда не помещает, не помещает. Это что? Понятно. Да, заткнись. Так, что это? О, гараж ки нашел. Отлично. Ключ от гаража нашел. Все, побежали. Побежали. Так, нашли мы ключ от гаража, значит, и пойдем сейчас откроем его. Давай, пошли. Так, гаражик был у нас вот здесь. Гараж — это алкашка такая. Так вот, не суть важно. Давайте сюда забежим, в этот гараж. Отлично, так. И тут нам... вот я возьму, пожалуй, тут фонарик, потому что... фонарик. Алло. На какой там фонарик? Фонарик 4. Да. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть машинка. Багажник у нее открыт. И... что это такое? Что тут делает горошек? А это что, самогон? Лол. Не знаю. Так, ну, тут посылки с Алиэкспресса. Тут явно это... была студия этого Китай Бугага. И что, я Е нажал? At least we know it's fragile. Ну и чё, ну fragile и... ну и хрен с вами. Посылки с Алиэкспресса. Так, это чё? Какие-то фашисты там поют. Ладно, что это тут? Я понял. Так, тут разводные ключи. Пилочка для ногтей. Для ногтей Шрека. Ну, серьезно. Ну, блядь, какой человек нахуй будет вот таким? Это напильник. Какая-то пилочка. Хуй не сказал. Так, ладно. Что? Тоже напильник для ногтей Шрека. Так, все, мы все взяли. Что нам нужно? Да я не знаю, что нам нужно. Пошли отсюда уже, наконец. Давай, открывай. Пошли. Ой-ой-ой, как ярко. Господи, да куда полез? Там мы все взяли, значит, дальше отправляемся.
в долгий путь, так заправиться можно. Чё? По нулям или не? Я просто не шарю, как тут, чё? Может реально, давайте сольём. Понятно. Так, чё это у нас тут? Какой-то кассовый аппарат, давайте, 2, 2, 8, 1, 4, 8, 8. И чё это? Кредит. Я в кредит что-то взял. Ладно. Да-да, отстань. Не хочу с этим кассовым аппаратом дергаться, что это помпа. Ой, блядь. Ща ещё. Реально, кредит какой-то. Выплачивать буду всю жизнь. Хотя... Что это у нас? Слитки золота? Или зажигалки? Что это вообще? Крабки какие-то. В принципе, мы можем вот что-нибудь отсюда свистнуть и не платить кредит. Ладно, срать, давайте включим помпу и пойдем туда. Чертовы евреи, блять, все приморозилось, ничего не берется. Я бы оторвал это и просто закрутил, господи. Я тут еще нашел кое-чего смешное, да? Просто послушайте нашего Михалыча, главного героя. Он как будто, знаете, как будто он овощем стал. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Я дегенерат, блять. О, господи. Так ладно, я не знаю, что мне тут искать. Что тут можно еще найти такого интересного, потому что ничего не работает. О, фаерстартер, отлично. Так, тут тоже ничего нету. Это что? Ага, понятно, да, да, очень интересно. Пошли. Да пошли-то, блять, читать сел. Чего дел, что ли, нету? Так, как тут привесью снег царить, блять, тап. Все, отлично. Так, это что у нас? Тоже документик какой-то, все. Что-то прочитали, считайте. Тоже что-то. Так, и... А-а-а, я дегенерат, господи. Надо было электричество включить от генератора, и тогда это все заработает. Вот дебильный-то, а. Вот дебильный-то, а. Или нет? Так, я что-то понял. Наверное, вот сейчас мы поставили электричество от генератора, да? Тут сейчас поставим на он все. И вот тут генератор, я заметил. Давайте его дернем. Чё, блядь, двери сами закрываются. Так вот, дернем его. А, вот она в чем. Давай. Во, все, давай, газонокосилка соседская. Погнали. Так. Что-то заработало? А, вот, да, сразу отопление включилось, все включилось. Так. Опа, а-та-та-та-та. Включили. Да куда полез читать-то, блин? Так, и теперь? Тынк. Отлично. Все, и можем сваливать отсюда, конечно. Пускай электричество работает, вырабатывается. Нет, что? Это ж не мой магазин, да? Все, давай, поехали. Давай, Карл, сейчас я тебя заведу. Ух, заведу. Да, поехали, поехали. Вставляй ему в дырочку. Он уж сам приготовил дырку. Чё, заправил? Совсем чуть-чуть залил, залил. Так уж и быть. Сэкономим мы электричество этим бледивонцам, потому что у них-то материала нету, там лежит еще замерзший дегенерат какой-то. Все, поехали дальше на нашей машиночке. Давай, давай, давай. И опять в хмар какой-то едем, господи. Ай, блин, куда ехать-то? Реально в какой-то хмар едем. Я думаю, вот надо поехать вот в ту сторону куда-нибудь. А, нет, куда я поехал, господи. Вот я сам какой-то хмариной уже стал. Так, давай, поехали. Так, все, выезжаем на дорогу. Смотрим, что у нас тут. Ну, хрен знает, куда поехали. Все, ой-ой-ой-ой, опять загрузка, как в этом, как в Half-Life. Ой. Давайте как гангстер, вот так поедем. Давай, ну клади, клади. Не кладет он. Опа, это что там, тележка какая-то. Слева у нас ничего. Опа, что там? Да хрен его знает, поехали дальше, меня не волнует. Сейчас надо собрать все улики, я так понял. И только тогда уже... Так, стоп, у меня карта есть же. А, карту я не могу сейчас использовать. Ой.
Ой-ой-ой, так. Я детектив этот, Михалыч. Стоям бы. Что это такое тут? Что это, стрела? Что это такое? Что, больные, что ли? Так, ну-ка открывай. О, о, валенок, бля. Валенок. Валенки, валенки. Так, давайте это тоже сфоткаем. Клик. Типа тут не было этих фотографий. Все, это тоже сфоткали. Так, тут у нас что? Так. Да, блядь, отстань ты. Закрылось. Короче, давайте вот сюда подойдем. Вот за что у нас тут? Бардачели, что у нас? А, ничего. Ну, собственно, хрен с этой машиной. Закрываем ее. И следы ведут куда-то сюда. Это что такое? Какие-то индусы тут были. Так, ну, один я, естественно, туда по дороге не пойду. Я же не герой каких-то фильмов ужасов. Ё-моё, что это такое? Ну ладно, черт с ним, поехали, Карл. Михалыч садится в Карла, и они отправляются искать злоумышленника, который сломал эту точилу. Так, давай, Карл, поехали. На, заткнись. Да ё-моё, чё, проехать не могу, что ли? Я ща странно, бля, проеду, вы чё? Карл, ну какой же ты тупой, ё-моё. Ну ладно, придется мне пешим туда топать. И это что такое? Кристалл какой-то. Карл was used to strange phenomena. But a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground. Да, все пошли. Тут какой-то пес шел. Давайте проследуем за этим псом. Ice wall. Посмотрим, насколько этот wall ice. Ой. Ой-ой-ой, Малафьё экран залил. Что это? Ты чё такое? Ну-ка. Здравствуйте, вы кто? Я не знаю, что going on, что происходит тут? Так, окей, мне надо свалить отсюда. Я это не люблю такие. Ой-ой-ой. А? Где? Что это? Сундук сокровищ? Реально, это сундук сокровищ с картой. Лол. Так, если мы сейчас здесь, нам надо идти вперед по дороге, потом там будет дом. Окей. Окей, братишка, конечно, мне же нечего делать, я прям так и поступлю. Пойду вот туда вот. А. Ёпарма. Да что это такое-то? Куда я все время попадаю? Что это такое? По-моему, я сейчас под спидами нахожусь, не? Ладно, черт с вами, пойду туда. Если... А тут там стоят какие-то... Тетеньки, дяденьки странненькие. Не-не-не-не-не, чуваки, я туда не пойду, мне страшно с ними. Так. Сундук сокровищ... А, во! Если это крест... Так. Ебать, куда перелистнул-то? Давай, доставай карту. Карту, говорю. Во! Только это не та карта. Так, хрен с ней. Пойдем мы в рандомном порядке. Но я помню, что там должен быть домик, и тогда мы свернем налево, и там что-то будет. Или нет? Михалыч, я машину просрешь, и что, пешим, что ли, будем ходить? Дебильный. Так. Вудлос. И что? Не, кстати, мне писали в комментарии, что эта игра Firewatch напоминает. Кстати... Ну, что-то такое тут есть, да. Так. Если мы здесь сейчас. Так. А, к черту, пошли дальше. Я пока что не особо понимаю, что надо делать. Как бы, ну, понятно, что расследование, но... Че расследовать-то? Какие-то там четыре дауна стояли. Главный герой, я понял, только одно. Это только то, что... Карл wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Да. Вот, он спидов обожрался и теперь бегает такой весь из себя. Типа, ебать, что происходит?
Вайта, напишите в комментарии, что мне делать-то надо, а то я это не понимаю, я потерялся уже. Мы довольно-таки долго уже бегаем, чуваки. А, как я и говорю, так, миллион лайков, и мы, короче, делаем новую серию. Так, поехали, Карл. Тут тебе не место. Так, а сколько топлива-то осталось там, а? Михалыч. Так, что-то не могу увидеть. Empty там написано. Хрен с ним, что я, если будет нужно, заправимся. Потому что толкать я какие-то Карлы я не буду. Так, поедем сейчас куда-нибудь. Туда вот, отогреемся, а то, блядь, холодрыга. Заткнись. Так вот. Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Замерзает, значит, так, все, поехали в этот, в домину. Блядь. Ёбаный Карл. Сука, криворукий Михалыч. Небось, там из магазина с... Ой, блядь, загрузка. Спиздил что-то. И это, и водит как алкаш, блядь, деревенский. Так. Какая долгая загрузка. Так вот, сейчас мы заедем. Это, я Карла заполиваю. И это... И отогреться надо, а то вообще худо. Чё, блядь? Пока я отходил, у меня это... гамиовер. Ну, вы поняли, что делать, да? Ставить лайк, там, подписываться на канал, там, комментарий хороший оставить. Если не сделаешь, зарежу. Так вот, всем пока!